Что ты тут делаешь? А что это? Та что? Юра, запеканка. Запеканка? Я понял. Зять. Зять к теще приехал. Нормально так. Чекаю, мама, чекаю. Сразу видно. Сразу видно, ждешь. Всем привет, друзья. Все, сейчас пойдем на огород. Покажу вам на огороде, что еще осталось. Немножко соберем с вами урожай. Бери. Еще у меня два ведерка взял. Света одно. Сейчас пойдем помидоры. Я забрал два ведра. Ну, да. Пока помидоры, пусть Света собирает. Вот. Вот они. Бабушкин огород с дедушкой. Я уже показывал как-то. Здесь клубничка, смотрите, какая. Оп. Видите, оп. Накрывают они. Видите, здесь все так по феншую. Вот что я хочу вам показать. Какая здесь яблонька. Клубника. Прелесть. В магазине вы таких яблок не найдете. В магазине они все чистые, блестящие, без всяких таких червячков, жучков, парафином натертые, с химией. Конечно, будут красивые, их даже букашка не ест. А здесь вот такие яблочки. Но это вкусные. Все, сейчас немножко порву. Светлана помидорами занялась. О, не удержался, друзья. Ну вот, первое ведерко. А их еще здесь. Немножко так потрусил, как попадало. Но они уже спелые. Какая красота, да? Смотрите. Сейчас отнесу и еще одну наберу. О, у меня ведро яблок, а у Светы ведро помидора. Закатывать будешь банки, да, Светуль? Да, мы всегда. У нас есть погреб. Да, он кетчуп будет, Александр. Вот они, смотрите, какая красота здесь. Бабушки с дедушкой. Ого! Какие-то гиганты. А что это за порода? Смотрите, какой. Ничего себе. Ладно, сейчас это все отнесем. Просто высыплю в ящики и приду. В этом году как никогда. Помните, есть ролик, черешни какие были, большие, вкусные. А вон еще одна яблоня. Так, пока Света с помидорами. Пойдемте еще яблочек труханем. Ну, а что в банке, что на кетчуп. Светуля такой, смотрите, сколько яблок. Вкусный кетчуп делает. Вот они попаданы. Это еще с того раза я не все собрал, потому что не влезло. Яблоко настоящее, не магазинное, потому что в АТБ бывает зайдешь, они такие блестящие, такие красивые. Соблазнишься, купишь, а оно трава травой, никакое. А это натурпродукт. Ёханый бабай. Главное, чтобы... Надо было каску одеть. Главное, чтобы не по голове. Ну. Все, сейчас пособираю еще. Значит, отнесу очередное второе ведро. И приду еще раз, потому что далеко не все собрал. Там еще яблок и в траве. Вон, смотрите, сколько. И еще и на дереве. Хватает. Так что, я думаю, сейчас еще третье ведро наберем. У нас получается ведро на ведро.
У меня второе, и у Светы второе с помидорами. Вот хожу, пересыпаю такие кубарики. Смотрите, тут еще прям во дворе. Ну, это зимние яблочки, тоже очень вкусные зимой. Сейчас они еще, конечно, зеленые. Вот тоже яблоня. А, Света меня опережает уже. Уже набрал очередное ведро. Вот что еще у бабушки есть на огороде. Еще не собрано. Перец растет. Вот помидорчики рядышком. А вот такой перчик, видите? Зелененький. Помидорам только соли не хватает, а так... Морковка есть еще. Большая уже. А ее уже рвать нужно, да? Нужно подкапывать, потому что, наверное... А, не, я вытащил. О, смотрите. Вот так. Бурячок. Немножко. Ну, на зиму хватает. Ну, естественно, вот картошка. Ну, а то малина, там груша. Крыжовник с той стороны. Вот еще яблоки, видите, сколько. Покажи. Перчинку тебе сорвать. О, это жерчаки или нет? Да. О, это говорит, ничего себе, больше моей ладони, а ну дай. Ого! Ого. Да, да. Ого! Да, большие. Красавцы. Красавцы. Вот такой у бабушки огород. Так, вот. Третий. Ведерко. Походу еще яблоки остались, но уже трушу. Они не падают. Поэтому не буду их срывать. Пару-тройку дней. И они будут как раз классные. Они уже по дереву, там их много, гнилых. Да? Так, все. Еще ведро и все? Нет, надо собрать все. А все это сколько? А все это те, которые на огороде. Да? Да. Так что... Давайте. Что, с праздником? С праздником. Какой сегодня праздник? Медовый спас. Вот, друзья. Фу, жарко. Ветер такой сегодня. Сегодня медовый спас. Воскресенье. 16-е, да, сегодня? Ой, 14-е, что-то я спешу жить. 14 августа. Медовый спас. Все друзья со спасом. Прям постараюсь сейчас это видео быстренько загрузить и выложить. Все, друзья. Такое коротенькое видео покажу вам, думаю. Потому что, правда, очень много от вас писем, куда мы пропали. Ладно. Всем добра, здоровья, мира. Надолго мы не прощаемся. Титуль, не прощаемся надолго? Не прощаемся. Не прощаемся. Всем добра. Скоро увидимся.